Приветствую вас, игроки Kirksville RP. Сегодня мы презентуем новую рубрику на нашем канале «Блог разработчиков». В таких видео мы постараемся рассказать вам о предстоящих нововведениях и обновлениях, которые ждут вас в следующем билде. Итак, начнем же. Первым делом в блоге разработчиков нам рассказывают о новой анимации открытия дверей. Если раньше двери открывались буквально в двух кадрах, то теперь у дверей появилась полноценная анимация. Это маленькое, но очень важное обновление, которое потенциально может привести к появлению в будущем крутых новых механик, таких как открытие дверей с разной скоростью, оставление дверей слегка открытыми, поглядывание и распахивание, а также в будущем планируется сделать видимым открытие и закрытие дверей автомобиля. Далее разработчики продолжают рассказывать нам о предстоящем кузнечном деле в 42-м билде, показывают несколько орудий, которые вы сможете выковать и смастерить самостоятельно, а также рассказывают нам концепцию кузнечного дела. В целом показывают новые станки для работы с металлом. Также разработчики рассказали о новой системе краски для волос. Перекраситель можно перелить в любую емкость, будь то бутылки, банки или ведра. Здесь вы можете также увидеть, как краски смешиваются и полученный цвет применяется к волосам персонажа. Дальше нам рассказывают очень важное обновление для RP-серверов. Бензин теперь не будет бесконечным. При создании мира администратор теперь сможет настроить количество бензина на заправках или отсутствие его там вовсе. Также добавляют более заметные крышки топливных баков на автомобилях и стрелку, с какой стороны они у вас находятся. Кстати, последний мод пользуется популярностью у игроков в мастерской. Дальше нам рассказывают о доработке системы крика и шепота, которая воспроизводится на клавише Q. Теперь при создании персонажа вы сможете выбрать голоса персонажа. На выбор предоставлены 4 женских и 4 мужских голоса. Эй! 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 Также показывают еще немного новых животных, такие как еноты и дикие индейки. В следующем абзаце разработчики рассказывают об оптимизации игры для монитора с большим разрешением, а также показывают, как окошки интерфейса будут выглядеть на таких разрешениях. Дальше нам рассказывают о обновлениях на ванильной карте зомбоида. В школах и университетах на досках появятся различные надписи, а также типичные американские вывески с информацией пополняются новыми надписями. В определенном месте на карте появляется туристический аттракцион Дикого Запада, которое потенциально может стать хорошим местом для поиска какого-то ремесленного снаряжения, которое будет доступно в 42-м билде. В заключение, нам рассказывают о новых предметах защиты для своего персонажа, например, наплечники и наколенники игроков американского футбола. Их можно будет найти на зараженных в университетах или же на футбольном поле Луисвилля. На этом на сегодня все. Ждем следующий блог обновлений. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые блоги.